Всем привет на моем канале Цыган МСП. Это наш первый день сегодня здесь. То есть мой первый день в Штатах. И вот мы с ребенком первым делом поехали в магазин в игрушечный. Как, Лариса, Toys R Us или Baby R Us называется магазин? Это Toys R Us. Вот мой сын. Вот мой сын выбирает уже себе игрушки. Сэм, Сэм, посмотри в камеру, скажи всем привет. Всем привет. Скажи, иди сюда. Скажи, всем привет, друзья. Всем привет, друзья. Молодец. Пойдем играть, Angry Birds искать, да? Ой, смотри, какая птичка, да? Ха-ха. Молодец. И поет. И поет, да. В общем, я бы сказал, что я уже в ритме. Абсолютно так, как и вчера в 2 часа ночи я домой приехал. Или привезли меня. Проснулись мы в 10, да, Лариса? Утра где-то. То есть ребенок меня только утром увидел. Очень-очень рад был. И вот сейчас купим ему какие-нибудь игрушки. Потом поедем на карусельке, наверное, покатаемся. Сэм уже всем привет передал, мама. Да, сына? Молодец. Что будем покупать, Сэмик? Какую игрушку хочешь? Angry Birds. Окей. Магазин обалденный, в общем. Огромный магазин, большой магазин. Так, что тут Лариса мне показывает? Прикольные. Да, вот такие вот прикольные игрушки. Где ты его тут взяла? Вот он. И тут висит. На скидке $5. То есть 12,99 на 5. А, что, сына? Вот Angry Birds, точно. Птички. Angry Birds. А давай посмотрим, что за постеры. Может, мы ему купим и на стенку. Постеры, они вот нарисованы. А, $7. В общем, куча игрушек, как я и сказал. Все, ряды, ряды. Из любого мультфильма. Вот тут вот Сэму понравились эти всякие монстр-траки. Вот такого рода. Вот, смотрите, обалденные вот игрушки. Можно попробовать, наверное, даже. Этот. В общем, выбирай, что хочешь. Бэтмены, черепашки-ниндзя. Полная программа. Сейчас пойдем пару автомобилей заснимем еще. Вот такого типа. Audi. Вот, посмотрите. Виталик, $15, ты что? 15. Ну, показывай, что он далеко летит. Ну, для такого 75 фитов. Смотри, сейчас мама поищет. Надо поискать тот, который моргает. Ну и куча велосипедов, конечно. Огромный выбор, конечно. Посмотрите, сколько их здесь. Ну, у нашего ребенка уже есть, мы ему купили, наверное, по приезду, наверное, сразу. Лариса поехала, купила ему велосипед. А ну, Сэм, покажи, как он ездит. Что, не работает? Сэмми? Не работает. Не работает? Там еще есть. Там вертолет есть, да? Да. Сейчас папа посмотрит, может быть, она поедет. Давай, едь. Так, ну здесь уже Сэм поигрался у нас.
А, есть большие скидки, то есть можно вот этот, вот, например, стол, да, со 149 на 89. Смотрите, какой огромный. Ой, какой динозавр тут у нас большой. Ну-ка нажми. Сэм, ну-ка нажми. Ой. Ой, какой большой, да? Big, big dinosaur. Сколько он стоит? 99 стоил, да? Зимой мы смотрели. Ну вон сюда. Где? Вот 99 долларов. Такая огромная игрушка. Вот снизу тоже она. Ага. Запакованная просто. Классно, да, сына? Большой динозавр. Ой, не оторви ему хобот, сына. Не оторви ему хобот. Ну, в этом магазине можно купить абсолютно все. Детские вещи, коляски, велосипеды, игрушки. То есть все абсолютно для детей. Кровати. Я не знаю, то есть абсолютно все. Ну, мы здесь не первый раз уже, конечно, много раз в этом магазине бывали. Сэм, тебе нравится эта пальма? Качеля, да. Вышли мы с этого магазина сейчас. Вот такой вот случай, вот эти вот Angry Birds, которые мы купили, да. Такой случай интересный был. Нам, в общем, на кассе говорят... 104 доллара. Ну, в общем, сама продавщица говорит, can't be right, что, ну, в общем, это неправда, что такая игрушка стоит. В общем, она стоила 8 долларов. Из они не хотели, просто ошибка произошла. 104 доллара. Ну, в общем, немножко вот тут. Вот это вот место. Сейчас поедем куда-нибудь покушаем. Обеденное время. Так, Лариса, а куда мы поедем? Панера Бред, или как ты сказала? Супчик мы хотим покушать, да? Сэмика любимый суп. Ну вот, судя по этому большому американскому флагу, видно, что мы находимся в Штатах. Вот тут, так сказать, один день пребывания в Штатах, и уже немецкие товары буквально вот на глазах. Автосалон Mercedes слева от нас. Это там, где этот Ричдейл, в Тупанеру, блядь. Да, мы за углом, да, тут. Мы уже были там. Да. С бабой. Очень тепло здесь, я не знаю, сколько в градусах. У них тут все, там в этих фаренгейтах, показывается, как вы знаете. Ну, вот сейчас солнце немножко зашло. Как это назвать-то? Поприятнее на улице. Самолет летит, правда, сына? Вот ты молодец, все увидишь. Вот, вот так высоко. В кадре слева в углу уже теперь верхним был. Сэм, тебе нравится та игрушка, которую мы тебе купили? Да. Молодец. Он не видит игрушки, он видит только обезьяну. Не, ну он же знает, что мы купили. А потому что он вспомнит через час. Так, Noodles and Company. Вот он. Сканер обратно слева от нас.
Я здесь ни разу не кушал еще. Но всегда очень советовали. Лариса, конечно, была уже здесь с Сэмом. Сейчас зайдем попробуем, что тут за супчики. Что мы сейчас будем делать здесь? Супчик кушать. Сейчас мама пойдет закажет, да? Куда пришли? Ну-ка еще раз. В ресторан, правильно, сына. Да, пришли. А ну-ка покажи обезьянку в камеру. Ой, какая там конфетки у тебя, да? Да, сладкие. Сладкие конфетки, правильно. Смотри, какая. Здесь лампочки. Лампочки какие, да. Отсвечивают. Мокро, сейчас, мама. Только что недавно вытерли, сына. Поэтому мокрый. Вот Сэму суп принесли. Суп. Ты будешь кушать? Любишь папе принесли суп. Маме принесли суп. И Сэмику принесли суп. Да, сына? Иди так садись. Что масло принесу? Давай кушать. Сэмик, что сейчас дядя принесет? Что мы будем мазать на хлебушек? Баттер? Масла много принесли нам, да, сына? Все. Папе 2, Семику 2, маме 2, Семику носик, папе носик, маме носик. Все. Вот приятного такой аппетита. Вот супчик покушаем сейчас. Мама сказала нам аппетит. Сэм, скажи. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Спасибо, и тебе приятного аппетита. Вот мы перекусили, то есть очень вкусно было. Всем советую, если кто-то будет когда-то в Штатах. Сегодняшний день мы посетим полностью ребенку, то есть поедем с ним потом на карусельке еще покатаемся. Вот игрушки ему купили. Это так коротко сегодня о моем первом дне в Штатах. Ну и на этом хочу с вами попрощаться, то есть мне есть чем заняться, семьей провести время. Ждите моих следующих видео. И всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь. До свидания.